рассказывай, как настроение вот уже несколько дней в команде, как вообще дела? Настроение хорошее, со всеми ребятами были знакомы. Вливаемся в тренировочный процесс. Сегодня был первый лед, эмоции только положительные. Готовимся к сезону. Говоря о лёде, ты соскучился по нему за лето? Да, давно не было игр, тренировок с командой. Соскучились, поэтому голодны до игр, до побед. Уже успели между собой разнакомиться, потому что есть ребята, которые из России на просмотре? Да, успели разнакомиться, работаем все вместе на тренировках, где-то подсказываем, кто что не понимает. А так атмосфера хорошая, дружеская. Сейчас команда в таком уже режиме, никуда особо не выйти, или как-то уже время свободное коротаете? Не, ну мы вместе собираемся, можем сходить в магазин после ужина. А так, все посвящаем время на восстановление, потому что тренировки тяжелые, но это надо перетерпеть, потом в сезоне будет легче. Звягин говорил, что самое тяжелое будет в этом сезоне, это как раз таки тренировки с Андреем Александровичем, для тебя что самое тяжелое будет? Ну, конечно, тренировочный процесс летом занимает, так скажем, много времени, много сил, но это потом компенсируется тем, что мы будем сильнее именно к сезону, к концу сезона, к плей-офф. И задачи у нас стоят высокие, надо их достигать. А задачи высокие это какие? Победы, победы. Как думаешь, тяжело будет? Это же уже все-таки не вышка. Ну, понятное дело, будет много переездов. Мы все-таки новички. Но я думаю, мы сможем показать себя и все будет у нас хорошо. Как думаешь, что нам поможет не потеряться с людьми? Ну, главное, чтобы был хороший коллектив, хорошая атмосфера. Ну, а там игра придет, главное, чтобы команда была едина. Дальние приезды не скучают? Нет, переживем. Хорошо, если возвращаемся в сегодняшний день, что вы сегодня делали? Ну, сегодня мы разминались на зеленке, потом пошли на лед с Людмилой Александровной, нам преподавала там катание. Некоторые ребята, которые поновее, им тяжеловато, прям видно. Ну, как нам было в прошлом году, которые ребята из 18. Но потихоньку вливаемся, под конец льда уже освоились, все было хорошо. Пошли голы, пошли эмоции. Что тяжелого в таких тренировках? Даже говоришь, вот там некоторые ребята. В таких тренировках, ну, катание, оно само по себе занимает много сил. Техника правильная, переделываешь где-то. Где-то шайба сойдет, но это надо закрыть глаза на такие моменты и продолжать работать. Ты автор всех разминок, заминок? Ну, да, и с Димой Тукачем делим эту роль. Но все для команды, все для команды. Как так получилось? Ну, Александра Сергеевна Шабанова сейчас работает в Немане. Тоже и желаем только удачи. Ну, а мы разминки все знаем, в принципе, все пацаны знают разминки, могут даже сами разминаться, но для более новых пацанов мы даем эти разминки. То есть чуть что на полставочке устроиться еще тренером после подготовки? Нет, все для команды, все для команды. Всегда рады помочь. Для тебя, для самого, что значит быть в этой команде? Насколько это важно, почему? Ну, очень рад был получить приглашение в эту команду. Надеемся, что покажем себя хорошо. И у нас все получится, прежде всего, потому что коллектив хороший. И будем работать и показывать результат. Что для тебя будет самым главным? Ну, не сказать, чтобы самым главным. Но чтобы команда хорошо работала, чтобы все были едины, чтобы, ну, как бы все были за единую цель, единый кулак и хорошую игру показывали. И все придет. Последний вопрос по итогам пару дней. Финский или Бобруйск? Тяжело сейчас ответить, потому что в Бобруйске мы так сдали тесты, там поиграли и поехали в Пинск. А тут уже пошла хорошая работа. Спасибо.